Будут ронять обычное мыло в обычном душе. Я по-обыкновенному за ним нагнусь, и произойдет то, что происходит обычно. Всем хай! С вами Юджин, и мы сегодня с вами будем играть в игру под названием Call of Duty Mobile. На прошлой неделе я писал в своем паблике, спросил у вас, стоит или нет. Вы сказали, стоит. А я такой, я больше не воюю. Я завязал с этим. А вы такие, да только ты можешь нас всех спасти. А я такой, да что же вы никак не оставите меня в покое. А вы такие, да ты нам нужен, Юджин. А я такой, почему каждый раз, когда надо спасти мир или выиграть войну, вы обращаетесь ко мне, я так устал всех спасать. А вы такие, стоп, Юджин, погоди, мы не хотим, чтобы ты кого-то спасал. Просто хотим поржать над тем, какой ты нуб. А я такой, ну ладно, последний раз я пойду на войну. Введите имя. Давайте посмотрим, что игра нам предложит. Джозеф? Лютия 9. Ехуди Еда 3. Что? Веб Уэйн 7. Это как бы веб паутина, типа я Спайдермен. А еще Уэйн это типа я Брюс Уэйн. И герб я тоже оставлю, потому что, как мне кажется, разноцветный носок, надетый на руку, очень даже меня отражает хорошо. Окей. Нафиг ты мне предлагаешь, играй его. Мне будет очень сложно изменить это имя. Так, чтобы оно было свободным, но я постараюсь. Получилось! Меня вызывают на войну и предлагают подготовить свое снаряжение. У меня есть в руках снайперская винтовка и ножик. Я знаю, как я буду делать. Я буду вооружать винтовку ножиком и буду стрелять ножами. По-моему, это очень смертоносно, устрашающе, брутально и оригинально, как минимум. И просто развлечет моих союзников, да и врагов тоже. Попытка зарядить ножом винтовочку. Саймон говорит, что ему нужна моя помощь. О, да, я готов. Я уже зарядил ножами все пушки. Что, ребят, готовы? Я вижу, что вы нервничаете. Я тоже. Признаюсь честно, надо быть глупцом, чтобы не бояться. Но я не боюсь. Ага! Враг! Умри! Умри же! Есть! Первое убийство сходу! Релоуд! Скорее, прячемся за коробку. Стоп, он враг! Нападем на него сзади! Птиц, сволочь! Сволочной, сволочнюшный! Сволочуга, ты где? Так, он сдох. Кто посмел его убить раньше меня? Никто здесь не смеет вершить правосудие вместо меня. О май гад, о май гад, я ведь убил! Обычное убийство? Что значит обычное убийство? Когда меня будут судить за него, накажут обычным тюремным сроком. Будут ронять обычное мыло в обычном душе, я по-обыкновенному за ним нагнусь, и произойдет то, что происходит обычно. Кажется, мы вообще жесть как лидируем, и все, конечно же, благодаря мне. Ой-о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 й
маленького убийцы. Пошел, тут, пошел, сказал. Ну пошел, ну пошел, пошел. Это мой автобус, понятно? Не заходи за него, я тут дела делаю мужские. Ой, ты зашел за него! Я упал не от того, что он меня убил, от возмущения. Как ты мог? Респа, а ты думаешь, что все никак не иссякает запас противников? Я убил. Давай, хедшотить. Просто выйдем и замочим, я же не боюсь никого. Прячусь за автобусом, мой автобус, я отбил свою территорию, кстати говоря. Надо напасть на кого-то. Кто-то появляется здесь, кто-то что-то там клацает, как будто крыса за стенами. Мы выигрываем. Я в штабе противника, я подходящий сзади. Я берущий нож в руки. Я убивающий ножом. Я убиваю всех ножом. Да ладно, как я это делаю? Ай, блин, это так угарно было. Вебвейн 789 с носком на руке победил вас. Хвостатый мелочь. Ну что, а? Что? Что? Кто? Каким ухом слушать, а? Ваши извинения? Каким ухом мне слушать ваши извинения? Вы думали, такие, о, женек сейчас будет убить. Я лучший, да, детка? О, мне даже уровень дали. С первого на второй повысили. О, мне даже гранату дали. Спасибо. У него ЧК выдернуто, это нормально? Ну-ка, давайте добавим эту гранатку. Еще М4 можно улучшить, давайте, на максимум. В общем, как вы могли догадаться, я заапгрейдил свое оружие по последнему слову лени. И теперь мы готовы вновь вступить в бой. Линия фронта случайна. Короче, весь барагос просто случайно произошел. Когда историки будут изучать причину войны, случайно. Понеслось. Но главное, не бойтесь. Из чайки даю гранату. Давай, вперед. Ребят, гранат очень полезен для крови, для впускания ее. Вот как-то так все и получается. Евгений просто тащит. Вторичная помощь. Не принижайте моей помощи, пожалуйста.
Опять обычное убийство. Почему обычное убийство? На войне это привычное дело. Все обычно, ничего необычного. Попо сделали. Обычное убийство. Вообще-то было убийство в голову. Жестокое и беспощадное. Пожалуйста, пишите правильно, мистер игра. Обычное убийство. Стивайте, что ли, твари. Такие нубы. Какие же вы нубы все. Вызываем самолет. Ну, самолет, пошел. Ми. А что это было? Какой-то отстой, кажется. А, ты хочешь зайти угнать мою машину? Боль, боль, не подбирай мое оружие, я приду сейчас за ним. Я проснулся. Откуда шум? О, все искрится, вызывайте электрика. Changing make, он говорит, он макияж меняет, правильно? На войне часто потеешь, лицо начинает блестеть, некрасиво смотрится. Надо частенько обновлять макияж, короче. Гранейд. Вот, давайте на этот раз пустим этот бумажный смертоносный самолетик. Полетел! Уии! Есть! И там кто-то высовывается. Говнючок такой. Подох. Первичная помощь. Я типа его что, вылечил, что ли? Давайте, открываем. Я один, кто пользуется всем этим? Вы что, роботы, что ли? Я не понимаю. Давай, 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 Евгений, стреляй, убивай. Убить. Снайпер и правда даун. Точнее... Он особенный. Все, закончились патроны. Но есть пластмассовый игрушечный самолет. Тебе понравилось? Видно, что понравилось. Победа! Мой самый прикольный фраг. Уии, смотрите, как он полетел. Я тоже буду умирать на войне с эффектом эхо. Вам не кажется, что я в два раза лучше всех своих соплеменников? Игра, признайся, ты мне подсуживаешь, а? Ты просто хочешь, чтобы я почувствовал себя хорошо, да? Поэтому ты мне таких нубов подбираешь, да? Ты проводишь опрос у людей по всему миру, кто нуб, кто позорный нуб, и подсылаешь их ко мне. Маленький тихий район. Никто не подозревает, что в нем живет маньяк. С ножом и гранатой. Гранейд! Бац! Я убил. Я злобный сумасшедший, я псих. Я сам себя боюсь. Я сказал, я псих. О, значит, надо умереть. Вот, я смог умереть с эффектом эхо, эхо, эхо. Блин, умирать с эхо, это очень эпично. Все, вот это начинается настоящая война. Мне надо быть очень осторожным. Я пошел домой. Я пошел домой, если что, меня нет дома, ребят. Нету дома, не зовите. Тихонечко так сейчас. Высунемся. Высунемся. Моя машина! Мою... А! Так, что происходит? За них играет второй я или что вообще происходит? Я должен буду отомстить. Как-то туда вот мы кинем. Все, умри. А! Эй, не маяч. Он там стоит, я видел его в окне. Он мне палец показывал, он кривлялся мне. Мам, можно я его застрелю? Кажется, мне кинули гранату. Но я не умер, потому что... Потому что граната превратилась в человека? Ой, даже так. Он меня выстрелил в колено, я его не заметил. Он перезарядился, только потом меня убил. Да что ж ты орешь-то, что ж ты орешь, хватит орать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он замешкался, занервничал и промахнулся все время. Gonna die. We made out. Вообще-то это звучит пошло, как будто мы с кем-то поцеловались, вот с ним. We made out. Я подошел сзади, и мы встретились взглядами, и мы made out. Немножко. Давайте, ракетный залп. Вот сюда, он крышу пробьет, интересно. Чуть-чуть, и я... Блин. Мы проигрываем, быстрее, напрячьте, ребят. Надо взять гранату в руку. Хорошо, давай. Он не выиграет. Он не выиграет! Я сказал, он не выиграет! Нубы! Вы нубы! А то будешь макияж обновлять! Есть! Боже мой, я здесь один! Кто выиграет, я пока не понимаю! Я стараюсь! Нет! Давай! Черт! Патроны закончились! Игрушечный самолетик я сам его сделал! Набор собери сам! Баба! Я думаю, можно еще и гранату вдогонку. Кто-то сдох? Кто-то напугался. Это уже пол войны выиграно, считай. Хорошо, там что-то кинул. Какой-то... Поражение. Мои тиммейты меня подвели.
Это смерть с эхом. Просто потрясающе, 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 потрясающе. Я опять бы лучше всех. А значит, моя личная война не проиграна. Скажу вам так. Это была славная битва. Все эти битвы были славные. И мои враги были славные, когда обновляли макияж особенно. И пластмассовый самолетик убийцы был тоже славненький. Я сделал его сам. По набору сделай сам. Но я больше не могу воевать. Потому что хорошо поиграл, повыигрывал, и как-то не хочется обсирать это все. Поэтому я больше не могу воевать. Я уйду с достоинством. А, черт. Блин! И на этом мы с вами закончим очередной воинственный выпуск, в котором я, удивительно, играл как батька. Я просто все матчи затащил. А если и умирал, то максимально эффектно. 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 Очень надеюсь, друзья, что вам понравился этот выпуск. Было реально угарно поиграть в эту игру. Конечно же, я выставил простое управление, где ты нацеливаешь, и он начинает сам стрелять. Потому что я не силен в таких шутерах. Я вообще в шутерах не силен, а уж мобильных ты тем более. Мне даже пальчик болит. Вот так вот больно пальчиком. Видали, да? Я воевал с травмой пальцев. Короче, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу в ВК, подписывайтесь на мой инстаграм. И если вы хотите увидеть от меня какие-то другие шутерные игры, от слова «шутки», то обязательно пишите, предлагайте эти игры, может быть, я какую-то рассмотрю. Ну а мы на сегодня все. Огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин, и всем по традиции мощнющая петюля. Вы готовы? Раз, два, три, и... Эй, кто кинул?